69 пьяных автолюбителей. Мурманские полицейские подвели итоги операции «Нетрезвый водитель». Так, в ночь с 29 на 30 апреля был задержан автомобиль «Фиат», который ехал без регистрационных знаков. Управлял автомобилем мужчина 91-го года рождения. Полицейские с помощью алкотестера выяснили, что молодой человек не трезв. От подписания протокола и повторной экспертизы он отказался. Да и оператор молодому водителю явно не понравился. Всего в период с 28 апреля по 1 мая инспекторами выявлено 1611 нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил. В отношении водителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 и части 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.